Господин Юнус, я хотел бы еще обратиться к теме, которая для вас достаточно близка, как мне кажется. Это тема роли Турции и лично Эрдогана в этой войне. Потому что последнее вот его заявление, хотя оно повторило его предыдущие заявления, он всегда был сторонником территориальной целостности Украины, но он как-то отдельно заявил о том, что Крым должен вернуться в Украину. В России не очень понимаю, почему это вызвало, ну, это привычное, Эрдоган не первый, не второй, не третий раз об этом говорит. Но в России это вызвало почему-то бурю эмоций, очередной нож в спину. Вот, и, так сказать, в этой связи масса вопросов. Во-первых, вроде бы как должен ехать Путин в Турцию, ваша оценка, поедет, не поедет. И второе, это вообще в целом, как вы считаете, вот роль Эрдогана сегодня и Турции в частности, ну, понятно, Эрдоган это там, очевидно, что там в достаточной степени персоналистский режим. И поэтому именно я говорю об Эрдогане, а не просто о Турции. Так вот, с вашей точки зрения, роль Эрдогана во всем этом, во всей этой войне, понятно, что он на стороне Украины, помогает Украине, но в то же время вроде бы как выступает в роли посредника, пытается выступить в роли посредника в мирных переговорах. Есть ли шанс на то, чтобы у него была какая-то особая роль, которая может существенно повлиять на ход этой войны? Ваша оценка. Ну, здесь на несколько пластов разделим ваш вопрос, потому что вот так же, как касательно тех дебатов, я, видите, преамбулу прошел, вот объяснил это все. Да здесь тоже очень важно это понять. Во-первых, когда мы говорим Турция, мы должны говорить в целом о Турции и даже до Эрдогана. То есть те стратегические моменты, которые не менялись и меняться не будут для Турции, подчеркиваю. Турция – член НАТО. Номер один партнер экономический Турции – Евросоюз, США. Номер один. Именно западное направление. Экономическое направление именно это. Чтобы это не обсуждается. Тема национальной безопасности. Вопрос безопасности Турции – это НАТО. Это не какие-то другие возможные альянсы, союзы в том числе. Именно НАТО. Когда мы это берем за основу? Это основа. Это основа Турции как государства. Там президент Эрдоган или кто-то другой не играет никакого значения. Это будет линия правды. Это было до Эрдогана, это сегодня и это будет завтра. Можете не сомневаться. Когда мы это принимаем, и когда мы это понимаем, потому что это на самом деле так, и это вам подтвердят все специалисты по Турции, кто на самом деле реально специалист по Турции, они занимаются пропагандой, им не нравятся турки, вот они несут ахинею. Да? А нужно именно это понимать. После этого надо посмотреть, что же происходит сегодня во взаимоотношениях Турции с Западом, и почему Турцию мы видим вот за время, так скажем, Эрдогана, последние 20 лет, вот, ну, стало вот таким государством, с такой страной, да, ну, который имеет особое мнение по многим вопросам. Потому что все думают, ну, если он член НАТО, член западного клуба, значит, он должен в унисон так же, как все. Ну, вы сейчас, слава богу, увидели, что огромное количество западных стран тоже все по-разному думают. Великобритания вообще не думает так, как думает Евросоюз. Они вообще из Брексита вышли. Им этот Евросоюз даром не нужен, как это выяснилось. И потому что они сегодня возрождают совершенно многие основы той же Британской империи. Да, вот эта имперскость у них сегодня вновь проявляется. И это пользуется поддержкой у Соединенных Штатов Америки. Поэтому они по многим моментам, видите, да, это англосаксы, они вместе и работают в тандеме. Там, где можно с Европой вместе работать, но есть там, где надо, у них общие интересы, они конкурируют с той же Европой. У Европы по-другому это идет. Особенно у таких конкурентоспособных стран, которые, ну, три экономики. Да, это Германия первая, вторая Франция, третья – это же Италия. И они по-разному друг к другу относятся. Шольц с Макроном бодаются, потому что это главные конкуренты друг друга. Они и политические идеологи всю жизнь воевали еще друг с другом. Миллионы жертв приносили. Но сегодня, несмотря на то, что цивилизованные отношения, но они конкуренты. И точно так же посмотреть на взаимоотношения Джордж Мелони и Макрона. У них личная неприязнь уже пошла. Дошло до такого уровня. Я напоминаю, как Джордж Мелони приходил к власти на всех митингах, как она его полоскала, да, пальцем буквально. Посмотрите на их встречи последние, они в интернете в огромном количестве, они все эти есть. И когда мы это все понимаем, значит, мы понимаем, там не одной краской этот коллективный Запад смотреть не надо. И вот война, которая сейчас вот, как лакмусовая бумажка, да, агрессия России против Украины, она проявила вот эти все моменты точно так же. И поэтому многие сегодня становятся заложниками определенных клише, вот этих симпатий, антипатий.
говорят, ну, ищут, там, сказать, соломинку в глазах касательно той же Турции, не видя такую же похожую тему, один к одному, в любой области, да, возьмите, в глазах какой-то другой страны, тоже коллективного Запада. Ну, потому что идет информационная атака конкретно на эту тему. И те, которые это атакуют, они посильнее, чем, например, Турция могла бы защищаться в информационном поле в том числе. Потому что если Турция ведет самостоятельную политику в отношении той или иной тематики, будь то Сирия, будь то Ливия, будь то Ирак, будь то с темами курдов, потому что в теме курдов у них полная нестыковочка, да, с тем же коллективным Западом, США и главными союзниками в Европе по этой тематике. И по многим другим вопросам в том числе. Естественно, наезд на Турцию в плане экономики, экономических целей. И, естественно, идет, тут сразу вспоминают нарушения, какие-то права человека, то, третье, что пошло-поехало. Да, в этом. Особенно это сильно при демократической администрации. Республиканцам на этом наплевать. Трампу или другим республиканцам на этом наплевать. Им наплевать это с китайцами, им наплевать на это с Саудовской Аравией, им наплевать это с Турцией, где, с кем бы ты, и на Россию в том числе. Да? То есть эти темы. Они делают деньги. И в первую очередь заправляет в этой тематике Пентагон, Министерство энергетики, Центральное разведывательное управление. То есть это все те, которые занимаются на этой территории. Да? И это те, которые, так сказать, главный, так сказать, рупор и ведущая сила тех же, той же республиканской партии. Демократы на другом ключе работают. Но опять же, это внутри политическая специфика этих двух партий. Они так устроены, системно они так работают. Да? И поэтому в той или иной мере это отражается. Поэтому, например, вся Турция сегодня, например, готова, чтобы Трамп пришел к власти. Они этого хотят. Ну, не вся Турция, я имею в виду. Те, кто у власти, да, те, кто симпатизирует Эрдогану. Те, которые оппонируют ему, они, наоборот, хотят, чтобы остались демократы. То есть, вот точно так. То есть, видите, и там есть вот такого типа разделения. Это есть и в Армении, это есть и в Украине, это есть в Азербайджане, это есть и в Израиле в том числе. Я имею в виду касательно американских выборов. Поэтому очень важно это понимать, как устроена Турция. И когда вы говорите про феномен Эрдогана, да. Но Эрдоган сегодня все параллели проводит о том, что вот 100 лет прошло, после Ататюрка пришел новый лидер, который вот на самом деле сумел Турцию поднять на уровень, ну, такого государства, что с ним считаются сегодня. Потому что с Турцией перед Ататюрком уже не считались, Турция могла пытаться дальше стереть ее. Но Ататюрк сумел, да, тогда вытащить этот корабль с потерями. Но он сохранил, вот, так сказать, эту основу этого государства. Он построил. Ататюрк был диктатором еще тем. Он был еще тем, это тот самый Ататюрк, который коммунистов турецких всех посадил на корабль и пошел их утопил. Понимаете? Дал команду. И после этого у него с Лениным и с коммунистами, большевиками испортились отношения. То есть многие же не понимают, как он каленым железом там проводил реформы. Да? От османской Турции переводил к светской Турции. Да? Это все делал тот же Ататюрк. А потом много чего прошло через Турцию, через что, потом 52-й год, НАТО пошло, поехало, перевороты были, то есть. И вдруг приходит уже другой президент. А страна, мир-то поменялся, Советского Союза, США нету. Мир бесхозный. Однополярного, как официально оформлено, нету. Многополярный тоже не оформился. Мир живет без законов. И эти беззакония почему? Потому что 5 стран поставили себя без закона. А все остальные, кто ниже, и Турция в том числе, они вынуждены работать по этим законам. Но все зависит от лидеров. Роль лидера, роль личности в истории еще никто не отменял. В той или иной стране мы видели, лидер бывает со знаком плюс, бывает со знаком минус. Типа там Гитлер, Сталин, да? Например, мы это видели, да? Но опять же, они существуют. И поэтому, когда Ли Куан тоже был лидером, он и тоже был диктатором. Еще тем жестоким диктатором был, да? Но каленым железом вот создал этот Сингапур. И у него тоже была семейственность. Его сын после него продал. То есть, к чему я это веду, да? И когда появляется какая-то личность, и вдруг эта личность с амбициями, с харизмой, у него есть команда, и они понимают о том, что мы бывшая империя в том числе, мир поменялся. Он первый его лозунг какой был? Он говорит, мир не состоит из 5 постоянных членов Совета Безопасности. Мы тоже хотим свое место у пирога. Его сразу поддержала Бразилия, его сразу поддержала Индия. Ну, Индия, есть ядерное оружие. Почему Франция, которая не имеет никакого отношения к победе во Второй мировой войне, она сегодня постоянный член Совета Безопасности, а мы нет? Почему Китай, который до 1974 или 1976 года, до 70-х годов, да, не был постоянным членом Совета Безопасности, там Тайвань сидел. Почему сегодня Китаю можно, а мне нельзя, тем более они конкуренты с тем же Китаем. Вопросы имеют право на это? Конечно, имеют право. И каждый где в своей географии. А этот в своей географии, да, сидит, говорит. Плюс конкуренция в мусульманском мире. И поэтому он хочет, а там конкуренция соотносится Иран, а это сунниты, шииты. То есть много вопросов, да. Естественно, амбиции, возможности, географии, то, третье. И он огромное внимание уделил военно-промышленному комплексу. И при нем вот этот бум
оборонного комплекса Турции стал развиваться, и не только Байрактары. Посмотрите, корабли, военные корабли, посмотрите, самоходные установки. А сейчас самолет нового поколения они изобрели, точно так же. И это сегодня один из источников пополнения бюджета той же Турции. И огромное количество этого оружия поступает, получают и в Украине в том числе. Не только в Украине, и в ближайших странах в том числе. То есть это все сделано при нем, опять же. Да? И когда вот такого типа, и был большой бум, большой подъем был. На самом начале огромный был подъем экономический. Ну, стоит у ворот дверей Евросоюза. Стучится, стучится, пустите. Немцы, французы не пустили. В 2005 году да, это было. Хотя они, если взять честно, это еще со времен общего рынка, они стояли у ворот. Тогда их также не пускали. Да? Вы воюете, вы янычары, вы нам нужны как вояки. Вот. Когда меня все спрашивают, я говорю, вы знаете первую армию НАТО? Это США. Вторая армия – это Турция. Кто-нибудь знает, какая третья армия? Ни третья, ни четвертая, ни пятая мы не слышали. А про эти две мы слышали. Поэтому НАТО – это две страны в первую очередь. Если одна из этих стран выйдет из этого НАТО, НАТО перестанет существовать. Поэтому, когда кто-то наивно говорит, вот Турцию выгонят из НАТО и так далее, там, значит, они не понимают специфики этого НАТО. Вот Европа вся, она без этой армии была. Вот эта война воочию это показала. Да. У них нет ни оборонного комплекса, у них нет регулярной армии, миллионы, как у Турции, которая все эти 70 с лишним лет существования НАТО воевала по всему периметру, по всему этому шарику, вместе с американцами. И в Корейской войне, и в Афганской, и везде, где хотите они были. И в Африке, везде. И у европейцев этого не было. То есть поэтому, когда это мы должны понимать, что такое Турция. Да? И в то же время там база Винджелик находится. 50 ядерных боеголовок американских там находится. То есть это вопрос безопасности. И их не пускают туда. И что он будет делать, этот амбициозный человек? Он сделал разворот. Он говорит, хорошо, мы продолжаем с вами. Там у них единый таможенный союз они подписали. Туда, все, но туда не пускают их. Он говорит, хорошо, я буду другое делать. И он стал разворачиваться. А тут еще внешнеполитические вызовы, риски, в первую очередь, вот эта курская тематика на границе, да, Сирии, Ирака, неправильное поведение того же Запада. Он просит у них патриоты, они ему патриоты не дают. И он пику идет, берет, покупает С-400. И не просто покупает, он их не ставит даже на рабочем состоянии. Он их взял как на склад, вы понимаете? Я даже не понимаю, почему россияне могли пойти на это, потому что это все член НАТО. Значит, ты если продаешь, да, НАТО пойдет на его контракт, до винтика разберет и будет знать, как выглядит. И не нужно для этого разведчиков отправлять тот же Советский Союз, да, в этом плане. То есть за 2 миллиарда он это купил. Сегодня он купил, так им сделал плохо. Они его наказали за это, выбросили из программы F-35. Ну и что дальше? Он что потерял от этого? Он через несколько лет, по их конъюнктуре поменялась, и через Конгресс пропускают 23 миллиарда. Все те, которые выступали против, и в первую очередь демократическая администрация, это при Байдене, они пропустили. Это 23 миллиарда на новую программу на F-16. Да? Я не сомневаюсь, и в перспективе вернут их на F-35 в том числе. Потому что это тактическая игра, да, на бадане, на вшив. Кто первый моргнет? Он же, взяв это S-400, он что, пошел, подписался с Россией на военно-политический какой-то союз? Он вышел из НАТО? Он с Россией товарооборот какой? Посмотрите, с Евросоюзом товарооборот какой. И на каких тематиках, да? Сельское хозяйство и атомная энергетика, это он всегда с ними это делал. А атомная энергетика, ему нужна эта атомная энергетика. Так с Россией по атомной энергетике на первом месте это Франция. Весь уран туда идет. То есть это все же знают, да не только до Франции, и другие этим занимаются. Поэтому, когда какие-то претензии, да, к той же Турции, в вопросах политических, информационных, я уже не говорю чисто экономических, очень важно вот эту всю преамбулу хорошо знать. И в этой связи мы тогда понимаем, почему параллельно с этим все годы, начиная, это же не только с 2014 года, все годы получения независимости Украины, своей независимости, с 91 года у Турции с Украиной были стратегические отношения. Потому что это география. Это география, ее не выбираешь. А при Эрдогане, особенно после 2014 года, вот тут это все усилилось. Потому что это первая страна НАТО, которая дала Украине оружие. Не Соединенные Штаты Америки. И не Трамп это сделал. Понимаете, когда говорят, Трамп дал им там джавелины. Началось все с Байрактаров. Турция это все делала. Турция это делала с 2014 года. Но много чего другого делала. И продолжает по сегодняшний день делать. И это знает вся Украина. Это же не секрет. Огромное количество вещей, которые, конечно, в публичной сфере они не существуют. А дальше смотрите. Теперь война началась. Да, и он, Крымская платформа, постоянное участие, первый ряд, первое место. Он там постоянно сидит. И крымская тематика для него также не чужая тема.
по одним подсчетам 5-7 миллионов, по другим говорят 10 миллионов крымских татар. Никто их не считал в таком количестве. Но то, что их огромное количество за эти все годы, да, депортации и так далее, они живут все там. И это тоже политический кредит, как для него, и для той же Украины, и для взаимоотношений с той же Украиной. Он ни разу, хотя спекулирует огромное, Туран, там турки придут, захватят, то да все. Зачем это все говорит? Это все конспирология, это все люди, которых выдают желаемое за действительное. Да? В 21 веке это нереально. Турция и так может иметь прекрасные отношения и с Украиной, и в том Крыму, быть так же, как, например, сегодня она в Аджаре, в той же Грузии. Вот посмотрите, как Аджаре процветает все. А это стратегическое партнерство Турции, Грузии, Азербайджана. Плохо? И так же будет Крым, да. Но это международно признанная сегодня территория. И Турция больше всех на эту тему говорит с утра до вечера. И он уже, как вы сейчас сказали, 1000 раз уже на эту тему говорил. И каждый раз он это говорит в преддверии своего визита в ту же Россию. Чтобы ни у кого потом разговоров не было на ту тему, вот он поехал туда. Он не поехал туда и не поедет туда для того, чтобы предавать там интересы Украины там или кого-то. Там. Он едет туда для того, чтобы решать свои вопросы. И именно свои вопросы с точки зрения вот этой геополитической парадигмы, которую я вот вам так кратко постарался тезисы обрисовать. Потому что он, я стучусь в Евросоюз. Вы мне не открываете двери Евросоюз. У меня инфляция 50% сейчас. Она повысилась, потому что он поменял экономический блок, туда поставил западников именно. У него сегодня новый министр иностранных дел, шеф разведки, западник. У него министр финансов, банк, западники, эти все люди. Но они пошли, он дал им полный карт-бланш в экономический вопрос вот этим двум людям, министру финансов и банкиру. И они сегодня сказали, нужно отпустить, нельзя никак регулировать. Это рыночная экономика, но это должно увеличиться. Но это пройдет время, и медленно-медленно это пойдет стабилизация. Нужно идти этим путем. Но для того, чтобы идти этим еще путем, нужны и инвестиции, нужна же какая-то помощь, нужна какая-то... Ну, со стороны, там, где это есть. А как эта реакция идет какая-то? Никакой такой реакции нет. Потому что такой реакции, я же это вижу. Я это вижу в отношении моего родного Азербайджана. Если я это там вижу, в том же Евросоюзе, да, разные отношения. Франция опускает до уровня плинтуса отношения с Азербайджаном. Джорджа Мелони на прошлой неделе принимает президента Азербайджана как родного человека. Президент Италии, Джорджа Мелони. Как они принимали? Италия номер один стратегический партнер Азербайджана в мире. Подчеркиваю, 16 миллиардов у Азербайджана с Италией. С Россией у Азербайджана 4 миллиарда. 4 раза. Франция сворачивается из-за Армении, из-за Карабаха. Ну и что дальше? Французский налогоплательщик проиграет. Итальянский выиграет. Таталь уйдет. Нефтяная компания Италии придет. А итальянские компании в огромном... Это 16 миллиардов же компаний. Они там работают. То есть я к чему говорю? И вот это идет на противоходе. Вот опять же дипломатия, да? И Джорджа Мелони, которая не любит Макрона. И она понимает, какие отношения у Макрона с президентом Азербайджана. Между Францией, макроновской Францией, подчеркиваю. Потому что ни Жак Ширак, ни Франсуа Миттеран, ни Николя Саркози, ни Франсуа Олланд до такого маразма не доходили, как это делает тот же Макрон. Он поставил под интересы той же Франции. И если Франция выпирается из этого региона, она второй раз туда не придет. На ее место придут те же итальянцы и другие. Они же ее туда не пустят. И Азербайджан не пустит, и другие не пустят. На кой черт нужны вот такого типа посредники. Да? То есть это, опять же, вам подходы показывают. Да? И, а вы Турции почему не помогаете? Турции нужны же инвестиции. Турции тоже нужны. Не пускаете в Евросоюз. И вы же хотите задушить. Вы не задушите. Потому что тот же Эрдоган, он повернется, он пойдет, деньги найдет у Катара, которого он защитил в свое время в войне с той же Саудовской Аравией. Катар денег немерено, как вы сами понимаете. И там находятся турецкие войска, которые защитили, противостояли Саудовской Аравии. И еще многое другое, да, что, где они могут найти деньги. Ну, сейчас он, собственно говоря, подал заявку в БРИКС, так что я думаю, что это... Вот это я к тому веду, да. И для этого он едет в этот БРИКС. Я не думаю, что его БРИКС примут, в плане того, что это член НАТО. И там есть страны... Почему? Не, ну там есть страны, которые... Не, можно дать статус наблюдателя. Вы понимаете, статус наблюдателя? Потому что, когда ты даешь, принимают, например, можно принимать Азербайджан. Потому что Азербайджан, он нейтральная страна, да. Азербайджан официально входит в движение неприсоединения. Поэтому Азербайджан прекрасно работает с Евросоюзом. И Азербайджан прекрасно работает с Китаем и со всеми другими странами. Да, с севера на юг, с востока на запад. И Азербайджан Я прошу прощения, господин Юнус, я не очень понимаю, почему вы считаете, что... Просто объясните, может, я действительно что-то не понимаю. Да, потому что... Значит, БРИКС – это же не политический союз, не военный союз. И поэтому что может... Да, это чудно, это странно, что член НАТО
подает заявку в БРИКС. Но почему вы считаете, что его не примут? Вот поясните, пожалуйста. В том плане, что желающих не принимать их там в достаточном количестве. И я не сомневаюсь, что какие страны будут выступать против этого. Кто продавит это уже другой вопрос. Но то, что Турция почему играет на этой тематике, здесь два вопроса, да, два подхода ключевых, которые Турция хочет показать тому же Западу, и США, и Европе. Вот вы меня не поддерживаете. Да, вот ты мне не дал Патриота, я пошел купил С-400. Кто выиграл от этого? НАТО выиграло? Нет. Ты выиграл от этого? Нет. И я не выиграл в том числе. Но ты меня не удавил. Я стою на ногах. Теперь ты не принимаешь меня в Евросоюз. Ты меня не принимаешь в Евросоюз. Ты не помогаешь мне экономически. Что мне делать? Я президент этой страны. Мне нужно выходить из этой ситуации. Я буду искать деньги, буду поддержку искать то там, то тут. Да, я вижу, вон там собираются все те, которые с тобой же торгуют. Все эти страны БРИКС, Бразилия, Россия до этой полномасштабной агрессии. Хотя она сегодня тоже продолжает деньги получать, да, от того же Евросоюза. Индия, Китай и Южная Африка. Вот эти БРИКС, да, 5 стран по аббревиатуре. Они все торгуют и с США, и с Евросоюзом. Раз вы все торгуете, все делают деньги с собой, значит, вы правильно сказали, это не политический союз, это не антизападный союз, и это не Евросоюз, и там не будет никакого НАТО, и там не будет никакой единой валюты, да, типа там юань там, или еще рупии, там что-то в этом. Этого не будет. Это, априори это невозможно, потому что где посмотреть географически находится Бразилия, где находится Китай, где Южная Африка. Евросоюз – это единое географическое пространство, информационное, идеологическое, ценностное, если вы хотите, вы понимаете? Христианский клуб, как в массе своей, если так взять, да? Поэтому это, и под это дело они создают единую валюту, и под это дело еще оборонную структуру создают, да, типа Североатлантический блок. То здесь все логично. Здесь все, и плюс у них есть национальные уже институты, да, это как институт уже работает. Здесь же это невозможно, особенно во взаимоотношениях Индии и Китая это будет возможно. Это вообще априори невозможно, да? И исходя из этого, это невозможно и во взаимоотношениях страны, которая является членом НАТО. Со странами, которые являются стратегическими противниками главного этого союзника той же Турции. Главный союзник это все-таки Соединенные Штаты Америки. Номер один Соединенные Штаты Америки и Евросоюз, и НАТО в том числе. И как такое может быть? В доктрине совершенно написано, что Китай, Россия, Северная Корея и Иран, и Турция пойдет туда, там будет в этом плане. Поэтому Турция это делает, исходя чисто политические, информационные, как в случае с С-400. Ну и второй, естественно, в первую очередь, это экономический вопрос. Это платформа, где они будут решать свои экономические проблемы. И, в принципе, это сегодня все решаются. Азербайджан для этого подал туда заявку. И посмотрите, Армения сразу моментально, как только Азербайджан подал эту заявку, Армения, про которую сказки рассказывают, что она вроде бы на Запад собралась, да, на Запад, при наличии границы, которую охраняют с Ираном, с Турцией, российские пограничники, при наличии Гюмрии, при наличии ОДКБ, при наличии Евразийского союза, при наличии того, что за эти 2,5 года российской агрессии товарооборот Армении с Россией увеличился втрое, 8 миллиардов сегодня. У Азербайджана 4 миллиарда, нефтегазоносный Азербайджан с Россией 4 миллиарда, у Армении 8 миллиардов, к концу года будет 17 миллиардов. 17 миллиардов. На эту тему, дорогой Юрий Александрович, Игорь Александрович, скажите мне, пожалуйста, вы слышали хотя бы одно отрицательное заявление со стороны Вашингтона, Брюсселя, Парижа на эту тему? Все знают, что 90% российского золота идет через Армению. Закрывают глаза. Это сукин сын, но это наш сукин сын. Эти двойные стандарты и в Азербайджане видят, и в Турции видят. То есть это касательно одной отдельно взятой маленькой страны этой тематики. И при всем при этом они сразу же тоже бегут в БРИКС. Но что они понимают? Это же в этой географии, они же, если попрут против России, в нынешней ситуации, да, как их подталкивают, например, от них останутся ручки до ножки. Как это было с той же Грузией в 2008 году, как это произошло с той же Украиной в 2014 году. И если хотя бы американцы через Черное море Грузии могли бы подплыть, и они подплыли, да, спасли Тбилиси, а к Украине они через Польшу, там, через эту западную границу тоже могут подплыть. А здесь как они подплывут? Черное море, выхода Армении нету. Тут Турция, тут Азербайджан, а там Иран. Или через Иран французы собирают туда оружие вводить. Член НАТО через Иран будет это все делать? Когда там Россия вдруг заведет заваруху какую-то, да, очередную. То есть это же надо понять. И я понимаю, что Пашинян сегодня делает вот этот кульбит, да, политический шпагат, как я говорю, который может обойтиться ему политическим геморроем. То одной ногой Брюссель, Вашингтон, Париж, другой ногой Москва и Тегеран. Это невозможно.
Это невозможно в этой ситуации. И при всем при этом нет мирного договора с Азербайджаном. И при всем при этом Франция и некоторые силы здесь в Соединенных Штатах Америки, особенно демократические, я имею в виду, партии, да, они сегодня накаляют там обстановку. Как только с Ереванского аэродрома ушли эти самые российские пограничники, их там несколько человек было, моментально прилетают самолеты из Соединенных Штатов Америки с американским вооружением, ну, к учениям, не таком количестве, но они приехали, и они никуда не исчезли. И эти советники сегодня остались в районе Зангезурского коридора. Теперь там российские войска, там американские советники, там иранские разведка, и там, кроме этого, Иран открыл свое генконсульство в Гюмри. Россияне сейчас давят на Пашиняна, чтобы они тоже там открыли. Это же пороховая бочка. Представляете, да? Значит, это взорвать могут. Иран тут выступает. Я не позволю. Американцы давят, американцы и французы давят, открывая этот Зангезурский коридор, но без России, чтобы не они охраняли. Россия, наоборот, говорит, что ты со мной подписал документ, это со мной должно быть. А Иран говорит, вообще не открывай, пускай через мою территорию проходит. Вот этот срединный коридор через Азербайджан, через иранскую территорию, чтобы сливки они снимали. И лидер Ирана пальчиком вот так преградил Пашиняну, когда он приехал к нему туда на похороны этого бывшего президента Ибрахима Раиси. Говорит, открытие Зангезурского коридора не в интересах Армении. Представляете, иранский лидер говорит премьеру, твой вот собачий какое дело. Он же суверенное государство вроде бы, да. Это говорит о том, что это не субъект международной политики. И поэтому, если они были всегда пророссийско-центричные, а Россия была всегда проармянско-центричная до Первой Карабахской войны, до противостояния Западу, Россия поняла, что в нынешней ситуации армяноцентричность вредит им. И они поменяли, они стали не азербайджаноцентричными или протурецкоцентричными, они перестали быть армяноцентричными. То есть они не вмешались, Вторая Карабахская война, проблема решена, потому что Азербайджан сказал, это моя главная проблема, тогда север-юг заработает. Тогда все, что касается, вы можете... Для меня, у меня моя проблема, у вас ваша проблема. Не лезьте сюда, вы создали эту первую проблему, это вы создали. Вот это. А теперь армяне что сделали? Они решили на Запад обратно, теперь они становятся западноцентричными, а на Западе всегда были армяноцентричными, особенно во Франции, особенно здесь, в Калифорнии. И что в результате Армения от этого получит? Пойдет на заклание, как Грузия в 2008 году, пойдет, как Украина в 2014 году. Я бы еще понимал бы, если географически это было бы так хотя бы, чтобы они могли бы туда за них вписаться. Они же не впишутся. И поэтому сразу на всех парах побежал тоже БРИКС. И он тоже будет участвовать в этой Казани. Он хочет там так, раз Азербайджан подал заявку, значит, я тоже. И когда кто-то начинает говорить, Армения выходит из ОДКБ, Армения выходит там из Евразийского союза. Да, она выходит из Евразийского союза. И за эти 2,5 года у нее товарооборот увеличился на 8 миллиардов. Кому вы эти сказки рассказываете? То есть, когда это мы все видим, я еще вижу на этой почве, вот есть такая Саманта Пауэр, вы, наверное, знаете, да, USAID, начальница этого USAID. Ну, представьте, 5 апреля они, Евросоюз подписывает с Пашиняном, и Энтони Блинкен, и Шарль Мишель подписывают, не Шарль Мишель, это Боррель, подписали с Арменией договор о том, что они будут поддерживать Армению и так далее. Там, и это Саманта Пауэр. 120 миллиардов было, 120 миллионов было, они увеличат на 250 миллионов поддержку Армении. Это все происходит вот сейчас, вот в ближайшее время, как произошло. 250 миллионов вы выделяете Армении. Азербайджану не выделяете. У Азербайджана там нужно мины разминировать. Копейки на это деньги не выделяете. Кроме этого, вы опять полоскаете эту тему с Карабахом. Тема Карабах закрыта. В Карабахе нет ни российских солдат, никого нет. Даже там нет уже армянского населения. И вы сегодня поднимаете тему, это Саманта Пауэр, поднимает тему Варданян, вот этого, который спонсировал бойню в Донбассе, который теневой магнат, который отмывал деньги Кремля, да, вот в этом Донбассе. И вот представьте себе нонсенсы. Саманта Пауэр едет в Киев, говорит, рвет рубашку за Киев. Саманта Пауэр кричит на всех углах, освободите Варданяна, выдвигает его на Нобелевскую премию мира, вот этого человека, у которого руки по локоть в крови в Донбассе, я подчеркиваю, именно в Донбассе. А потом выясняется, что Саманта Пауэр, оказывается, входит в комитет «Аврора», который создан этим Варданяном, и она получила лично премию в размере миллиона долларов, это на уровне Нобелевской премии, да? И сейчас это о чем говорит? Это значит, получается, вот эта структура вся в руках у этого армянского лобби. И теперь эта женщина приходит туда и вот это проталкивает. Это к чему я говорю, да? Значит, они даже сами не понимают, что они будут это делать. И поэтому антиамериканские настроения не будут усиливаться, потому что в Азербайджане тоже на это смотрят. И в Турции на это также смотрят. Вы что добиваетесь? Вы хотите мира? Вы хотите выдавить Россию? Ну, блин, посмотрите на карту. Да.
Это без Турции, без Азербайджана невозможно. Так делайте мирный договор, да. Давите на Армению, чтобы она пошла бы на подписание мирного договора. Чтобы она изменила конституцию, в которой черным по белому написано, что Карабах – территория Армении. Ну как можно подписывать с Арменией мирный договор? Вот, Игорь Александрович, вы опытный человек. Вот вы подписали бы со мной документ, если у меня было бы написано, что ваша квартира принадлежит мне, у меня и купчая у меня есть, какая-то печать я поставил, фиктивную, она моя. Вы пойдете со мной на подписание каких-то других документов? Да? Никогда в жизни, да? Нет, конечно. Однозначно. Азербайджан говорит, измените эту конституцию. Да, он говорит, в 2027 году. Ну, тогда мирный договор будет в 2027 году, да. Азербайджан говорит, хорошо, хотя бы документ какой-нибудь подпишите. Вот как Ольстер и Белфаст был там, они сказали, в течение месяца они поменяют конституцию. И они в течение месяца поменяли конституцию. Ну, так давайте мы тоже подписываем с вами какую-нибудь дорожную карту, где будет черным по белому написано, что в такое-то время вы поменяете эту конституцию, потому что там записано то-то, то-то, то-то. И это будет международный документ. И будем двигаться в этом направлении. Они же этого тоже не делают. И почему Америка на вас не давит? Почему Франция на вас не давит? И почему мы это все видим? То есть вот это все. И это поэтому Азербайджан идет в БРИКС. И Азербайджан, когда идет в БРИКС, и при всем при этом, он прилетел из Италии и поедет туда. А касательно Италии, я вам сказал, да, как его там принимали. И сегодня Италия номер один стратегический партнер в Евросоюзе. А там уже таких 10 стран, куда идет азербайджанский газ. Последние вот добавили еще две страны, Словакия и Хорватия. Я уже вообще не говорю. Игорь Александрович, вот эта история с этим Суджей, вот этим газопроводом, который прошел оттуда. Вот на этой пресс-конференции в Италии впервые президент Азербайджана, Джорджо Мелони, его поблагодарил за то, что вы помогаете Украине с гуманитарной помощью больше всех на постсоветском пространстве. Больше всех, подчеркиваю, Азербайджан помог Украине и продолжает помогать. Она это публично это сказала. И задали ему вопрос по поводу вот этой тематики. Да, к концу года газ с России перестанет проходить через Украину в Европу. И что делать Австрии, что делать Словакии, что делать Чехии. И той же Венгрии, которая тоже может пострадать в результате этого. И этой же зимой. И зимой им холодно будет. А я уже не говорю, что в словацком бюджете, там говорят, 200 миллионов дефицита бюджета образуется. Они обратились к Азербайджану с просьбой. Руководство Евросоюза и руководство Украины. Азербайджану это экономически невыгодно. Но политически это Азербайджану выгодно. То есть Азербайджан идет на сделку с теми странами, с которыми у него прекрасные отношения. И просит Азербайджан об этом. Урсула фон дер Ляйен, который год назад приехал с Баку, подписала стратегическое партнерство. Просит об этом Джорджа Мелони, просит руководители этих стран и просит лично президент Зеленский и его команду. Как президенту Азербайджана на это реагировать? И он говорит о том, что мы это сделаем, мы это все изучим. И после этого посмотрите, какой наезд пошел, да, вот эта тема. А разговор идет о том, что если газ какой-то не будет проходить через эту газораспределительную станцию, тут же, да, она просто вылетит в трубу, да, потому что там она должна работать. Ну, как машина стоит в гараже 30 лет. Она не заведется после этого. Она тоже должна работать. Да? И это нужно той же Украине. И поэтому Украина просит об этом. Да? Просто до 25 года Украина не закрывала эту тему, потому что Евросоюз не разрешал это делать. А это же аморально. На тебя напали, а ты даешь возможность зарабатывать деньги россиянам. Тебе тоже подбрасывают эти деньги, чтобы ты не очень-то обижался бы. Но эти деньги идут, газ идет в ту же Европу. А потом эти деньги идут в Россию, они покупают ракеты и бомбят тебя. Да? Это аморально. У Азербайджана с Арменией во время войны за эти все 30 лет таких вещей не было. И быть не могло, понимаете? И никто не мог заставить, нет, вы продолжаете это делать. То есть я это для чего говорю? Вот мы эти все вещи мы должны понимать. И движение, например, той же Турции в сторону БРИКС, Азербайджана в ту же в сторону БРИКС, это все от того, что насколько мир несовершенен и насколько иногда тот же Запад правой рукой не знает, что делает его левая рука. Да. Понимаете, вот эти противостояния между Джорджем Мелони и Макроном, между Францией и Германией, между Францией и той же Италией, внутри Евросоюза, бить, не бить, шаг вперед, два шага назад, старая Европа, новая Европа, реакция стран Балтии, стран Польши, Скандинавии на эту войну, и реакция других стран, старой Европы и так далее и тому подобное. Когда ты это все видишь, а вы говорите о Турции, да, вопрос, я сфокусирую на Турцию. А Турция такая же страна и региональная держава. И у нее такая же очень сложная география. Тут Египет с одной стороны, тут и мусульманский мир, тут и Иран, сунниты, шииты. И очень много. И вот так волнообразно антиамериканизм появляется в турецком обществе. И на этом грамотно играют и те внутри Турции, и вне Турции точно так же. Вспомните историю с этим флотилией мира во взаимоотношениях с Израилем. Всплеск. Хорошо, благодаря Азербайджану, Азербайджан снивелировал эти отношения. Они восстановились. Я не сомневаюсь, что и дальше они восстановятся, и Азербайджан приложит к этому свою руку, потому что Азербайджан заинтересован в прекрасных отношениях и Турции, и Израиля. Но кому-то надо было все это делать.
кому-то надо было это 7 октября и так далее и тому подобное. Это так просто не происходит в мире, понимаете? И российско-украинская война, и ближневосточная тематика. Вот видите, Ханию убили, а Иран месяц ничего не делает. Значит, кто-то прикрыл эту тему, спецслужбы, и не просто так это прикрывает. Вы что думаете, Бёрст и Мур просто так вышли публично, сели показывать, что они встречаются, говорят, да? Они говорят и на все темы. А Мур это вообще грамотная, правильно работает с той же Турцией. Кстати, очень важный момент. Новый министр иностранных дел Украины. Очень хорошая кандидатура, потому что это тот самый человек, который улучшил отношения между Украиной и Турцией. Личные отношения между нынешними президентами. Очень много сделал он для этого. Он прекрасно знает этот регион. И этот человек понимает значимость. И далеко не случайно, пройдя через администрацию, и потом его отправили туда, все понимали, что это будущий министр. Да, потому что, чтобы не было вот этого бюрократического дубляжа. На личном опыте знаю. Работал в Саумине. И был аппарат президента. Два дубляжа. Вот я всегда подчеркиваю. Отдел культуры здесь, отдел культуры там. Отдел обороны здесь, отдел обороны там. Отдел внешнеполитических связей здесь, отдел там. Значит, чиновники будут друг с другом бодаться. Их руководители, все. А наверху стоит президент. Президент стоит и над премьер-министрами, и над всеми остальными. Да. И это вот бюрократическая карда. И поэтому из администрации вот этого человека Сипюгу отправили туда, чтобы он там за полгода вошел в тему. То есть обладал, а он в администрацию курировал внешнюю политику, да, в том числе. И поэтому он, ему не нужно будет готовиться. Он спокойно вписался, он спокойно это все будет брать. Другое дело, Кулеба, удачный министр, он так же, как Залужный, со знаком плюс, отработали свою каденцию. И они должны остаться обоими, как Залужный остался и он. Это однозначно. Просто это надо понимать. Да, меняются цели, задачи. Надо усиливать. Значит, кто-то в Киеве, на Банковой, они понимают значимость Турции, значимость этого региона, значимость 25-го года, значимость, как вот на ответ на ваш вопрос, сможешь ли тоже Турция? У Турции не та весовая категория, как у США, например, и у Китая. Вот по этим вопросам. Но Турция может свою порцию вложить в это дело. Мы же это видели за эти 2,5 года. И зерновой контракт, и обмен пленными. А обмен пленными, когда произошел, Путин отказался от поездки. Вы что думаете, почему Путин снял свою первую поездку туда? Потому что он нарушил их договоренность, да, в плане того, они наверняка договаривались, он взял, освободил героев Азов. Это было неожиданно для Кремля. И они обиделись, они не поехали. И вот сейчас то же самое, они говорят о том, что да, они должны разрешить пролет российских истребителей туда, сопровождение там борта номер один, да, российского. Этого не будет никогда. Турция член НАТО. Там система ПВО совершенно другая. Свой-чужой, понимаете? Это никогда не допустят они это. Если он тебя приглашает, он не подписал римский статус, значит, он гарантирует это. Да и все знают, что если Эрдоган говорит, он человек слова. Да. Других разговоров быть не может. Но просто ему нужно показать этот имидж, да, что вот именно так вот. В Турции это вам не банановая республика. В Турции такие варианты не пройдут категорически. Поэтому я хочу, чтобы понимали. Турция защищает свои интересы. Будь то во взаимоотношениях с США, с Евросоюзом, с Китаем, с Ираном или с той же Россией. И как все пользуются нынешней ситуацией, так же Турция пользуется. И Турция извлекает от России все то, что Россия хочет извлекать и от той же Турции. Но белые фигуры во всех взаимоотношениях, однозначно сегодня у Турции, даже геополитическая ситуация, она не на пользу России, а Турция все-таки член НАТО. Хотя, естественно, очень такой сложный член НАТО для определенных стран, которые привыкли, что все стояли бы по стойке смирно. Ну, во всяком случае, нынешний президент Турции совершенно не тот человек и его команда, которые будут стоять по стойке смирно перед кем бы то ни было. То есть они могут сделать шаг назад, но они своего не отдадут. А если надо будет, они будут зубы показывать. Это однозначно восточная политика Турции. И я очень рад, что мой родной Азербайджан именно ведет свой внешний вектор своего развития именно так же, как Турция. Многовекторная. И в результате этого, смотрите, мы решили вторую нашу проблему. И у нас прекрасные отношения с Евросоюзом, с Китаем. И мы заставили считаться с Азербайджаном, и Россию, и Иран. И он приехал в Баку, не от хорошей жизни. И открывают Астара-Решт. Вот этот север-юг. И он будет сам финансировать. Россия будет финансировать. Деньги давать тому же Ирану. А Азербайджан будет это все проходить через Азербайджан. Так будем зарабатывать деньги, и так будем зарабатывать деньги. А 30 лет назад вы могли это представить? Потому что мы были мальчиками для битья. Никто не считался, потому что мы не были субъектами международной политики. А сейчас на Южном Кавказе из этих трех стран, извините за нескромность, но единственная страна, которая субъект, это Азербайджан. Ни Грузия, ни Армения таковой пока не является. К сожалению. Но мы очень хотели бы, чтобы это было. Потому что если эти три страны будут, тогда можно сделать из этого мини-Евросоюз, мини-Клондайк. Но, к сожалению, вот эта турбулентность, она не дает этой возможности.
Поэтому вот эти все шарахания, БРИКС, то, третий, четвертый. Россия будет это преподносить как свою повестку дня. Типа Шойгу там вышел и заявил, что там сейчас будут обсуждать там украинскую тему. Ну, кто там будет обсуждать украинскую тему? Никто ее не будет обсуждать, потому что сегодня эта тема не находится на повестке дня. Украинскую тему даже на семерке не будут обсуждать с точки зрения переговоров. Если будут обсуждать, то с точки зрения того, как усилить позицию Украины к возможным переговорам на будущее. Но Россия будет информационно это преподносить именно таким образом. Что там бразильско-китайский какой-то мирный план, вот они поддерживают то, третью, еще раз. Вот только американцы этого не хотят, вот только украинский режим этого не хочет. Это совершенно не для этого они там собираются. Они будут собираться в первую очередь для того, чтобы решать вопрос денег, экономики, логистики, потому что деньги правят миром, и у них сегодня очень сложные большие проблемы у тех стран, которые там собираются, потому что они в некоторой области они и конкурируют с тем же Западом, поэтому разные интересы. Так что вот это то, что сегодня с моей точки зрения, Турция, ее политика, проблемы внутри страны, на внешней арене. Но не забывайте, Турция член НАТО, Турция приоритет – это экономика США и Евросоюз. И это вопрос безопасности, это то же самое, это НАТО. Все остальное – это просто те проблемы сегодняшнего дня. То есть это как ситуативная реакция, ситуативное поведение, да, на те или иные риски, которые стоят перед той же Турцией. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.